купите газету! Чудо в Ламбете! Шутки недуг юноши вылечило новое средство! Прочитайте! Устали от шарлатанства? Боитесь лекарств? Узнайте, какое средство подходит вам! Вы в порядке? Что так долго? Что? Долго? Я вообще-то добывал для вас ценные сведения. По словам полиции, хотя это было просто. Не знаете, что сегодня вечером планируется в Тауэре? Прием. К слову, я приглашен. Как это кстати. Мы не сможем просто ворваться туда. Согласен. Нам нужен план. Опять вы. Джейк, ты будешь сопровождать мистера Синха. А потом незаметно ускользнешь и узнаешь, где Кахину. Я возьму на себя стражников вокруг Тауэра. Встретимся в Белой башне. Отлично! Будет повод надеть костюм. Оружие не берем. Не будь занудой. Найду Синха. Сокровище наверху. Только не попадитесь. Это самое охраняемое место во всей Британии. Не будь я индусом. А вы поможете мне отвлечь стражников? Только подойдите. Мне бы не помешала помощь Синха. Никогда не был наверху. Расскажите. Знаешь, что я делаю с такими, как ты? Бейте сильней! Найду Синха. Either. My pride was injured. How far did you make it? Сокровище наверху. Только не попадитесь. Это самое охраняемое место во всей Британии. Не будь я индусом. А вы поможете мне отвлечь стражников? Только подайте знак. Мне бы не помешала помощь Синха. О, я пуговицу потерял. Не поможете найти?
Алмаз на втором этаже. Как же тут тихо. Стражник спит. Интересно, что же в ящике? Похоже, кто-то меня опередил. Алмаза тут нет. Надо найти его, пока мы еще в Тауре. Надеюсь, успею. Алмаз подбросили Далибу. Вот черт. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Нарушитель! Вали его! Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Дайте ему по затылку! Игры закончены. Мое место! Надо тихо забрать алмаз у Сингха. Конечно, не мой конек. Друг столь же очарователен, как и вы, мистер Сингх.
Ну что вы, мэм. Итак, расскажите, откуда вы знаете друг друга? Ваше Величество, мы впервые встретились в Гархе. Элсворт и наши давние друзья. Пора найти сестрёнку. Мы с Симком очень сдружились. Теперь в Белую башню. Здесь полно тамплиеров. Надо избавиться от них. Проверю, что это там за шум. Thank you.
Баклажаны исчезли. Мимо меня не пройдешь. Посмотрю, что там шум за звук. Таким, как ты, здесь не... Лови! Почему так долго? Накладка вышла. Вот он. В чем дело? Нас опередили. Когда я пришел, алмаз уже украли. Они ни перед чем не остановятся. Они хотели подставить Синха. Я успел выкрасть у него подброшенный камень. Представь себе лицо королевы, если бы... Они уже знают, что просчитались. Не за что. Думаю, пора уходить. Надо выбираться отсюда. Надеюсь, они справятся. Отдали его сестре? Еле-еле. В смысле? Расскажу в другой раз. Были неприятности? Здесь говорить нельзя. Остинская компания опять взялась за свое. Тогда выйдем. Сэр, остановитесь! Прошу прощения. Обыскать! Ничего. Кахинора у него нет. Конечно, нет. Вы за кого меня принимаете? За преступника? Что это была за суматоха, мистер Синг? Полагаю, они решили, что я пытаюсь украсть Кахинура, ваше величество. Ха! Кахинур? Кому придет в голову красть эту картофелину? Всего доброго. Нам еле удалось выкрутиться. Остинская компания попыталась подкинуть вам бриллиант и подставить вас. К счастью, я весьма вовремя оказался рядом. Встретимся в лавке мистера Грина. Мне нужно увидеть бриллиант своими глазами.
Кохенур. Вы позволите? Стекло? Настоящий кохенур в Индии. Зная, что вы задумали, я помешал бы. Мой отец в свое время спас бриллиант от тамплиеров. Ваш отец оказал неоценимую услугу моему народу. Я был несправедлив к вам. Вы были правы. Я расстроился из-за отсутствия прогресса. Может, просто забудем об этом? Надо выяснить, кто стоит за этим. И почему Остинская компания работает с тамплиерами. Нет, мы должны проследить за ними, найти их штаб-квартиру и уничтожить. Джейкоб. Знаете, может, в этом что-то и есть, мистер Фрай? Someone's kicked the bucket. Вперед. Да ты надо. Молодец. Но! Вот так вот. Тише. Thank you.
Я поговорил с мистером Грином, и мы выяснили, где находится тайный штаб Остинской компании. При встрече он все вам расскажет. Неподалеку отсюда есть плавильня, где встречаются тамплиеры и члены Остинской компании. Мистер Грин ждет там. Но мы не знаем, почему вас хотели подставить. Да, мистер Грин считает, что они используют фабрику для своих целей. Думаю, стоит начать. Удачи. Наконец-то. Синг говорит, ты нашел штаб Остинской компании. Они захватили заброшенную плавильню. Она хорошо защищена. И вроде бы они переправляют что-то ценное за море. Что бы это ни было, дело плохо. Я согласен. Надо выяснить, что они защищают, и уничтожить это. Может, узнаем, зачем им мистер Синг. Значит, здесь они хранят усыпляющий газ. Нельзя выпускать их из Лондона. Они отправляют его в Индию? Не может быть. Биологическое оружие. Уничтожь его.
больше идем. Я все вижу. Я сыт по горло. Меня так это злит. Не буду больше с этим разбираться. Куда делась? Куда она пропала? Отличный тамплиер был. Ассасины где-то рядом. Это помощь еще нужна? Что? Труп. Да. Лучшие из нас погибают. Thank you.
На счет три. Я один с ней не справлюсь. У тебя нет шанса, не скажу. Взять ее! Мы за тобой! Сэр, до шефа добрались. У нас проблемы. Готово. Отлично. Отлично. Это Бринли Элсворт? Не может быть. Взгляну поближе. Он
уничтожен? Как? Здесь кто-то есть! Шпион! Наверняка кто-то из грачей. Наверное, эти прохвосты, с которыми водит дружбу Синг. Одна птичка в клетке, столько проблем. Мы раскрыли тебя, Элсворт. Сдавайся. А, я знал, что это вы. Схватить! Нужно рассказать обо всем Махараджи. Что удалось узнать? Кто главарь? Вряд ли вам понравится то, что я скажу. Это был Бринли Элсворт. Элсворт? Я не успела его поймать. Простите, но нам нужно найти его, пока он не подверг вашу жизнь еще большему риску. Мне нужно время подумать. Мне не помешал бы совет. Вот и ты.
Там какая-то девка! От меня не уйдешь! Нет! Считайте, что она мертва! Молодец. Вперед! Давай! Быстрее! Но! С дороги! Вперед! Сейчас подойду!
надо, что ли? О, рад видеть. Похоже, сегодня его высочество немного выжил из ума. Вы были правы, это наш шанс. Да? Нам нужно устроить переполох. Выманить остынскую компанию и тамплиеров. Каким образом? Рискуя своей жизнью? Надо, чтобы Элсворт засуетился. Нам нужно выманить... Я устрою спектакль, а вы их отделаете. Ну, это не проблема. Я слышал, что тамплиеры слабаки. Я помогу! Твоя смерть! Окружайте! Надеюсь, было больно. Пощадите! Передай сообщение Элсворту. Все что угодно. Я встречусь с ним сегодня на кладбище Ламберта. И пусть приходит один. Встретимся на кладбище Ламберта. Он будет не один, я уверен. Только высшего качества. Раздавлю, как насекомое. Вперед! Вали, пока я тебя не покалечу. Правда, переполох. Он спятил. Генри был прав. Он не спятил. Он хотел что-то сделать, поступить по совести. Ладно, забудь. Дальше я сама. Как скажешь. А я пойду пропущу пару пент. Я ожидал Джейкоба, но очень рад, что пришли вы. Он думает, вы спятили. Может и так. И каков план? Я попросил Бридли прийти одного. Разумеется, вместо этого он прислал сюда целую армию. Избавьтесь от них и возвращайтесь. Нужно, чтобы мы поговорили с Бридли наедине. Поняла. Ah!
меня не пройдешь. Смотрю, что там за звук. Тревога! Предводители... Здесь эта чертова девица Фрай! Она просто исчезла. Пойду посмотрю, откуда этот звук. Скоро вернусь. Stayed in bed today, but no, the veg won't buy itself. You think you're funny? Think differently. Вернусь-ка я к работе. Что мы ищем? А ну, назад! Черт! Я буду скучать. А, да, у нас посетитель! Seek and she.
смешно! На кусочки порезал! На помощь! Ты не уйдешь на своих ногах! Я тебя уничтожу! Посторонний! Да, это мне поможет, спасибо. Он тут. Я поговорю с ним. Глупости, это опасно. Мисс Фрай, я должен это сделать и должен быть один. Спрячьтесь, нельзя, чтобы он увидел вас. Вы не сможете убегать вечно, ваше высочество. Выходите! Я не так глуп, как был когда-то, Син. Я бы не решился прийти сюда один. Учитывая, каких друзей ты завел. Я... Зачем же так? Тебе никогда не стать свободным. Вы не сбежите, мисс! Я знал, что ты лжешь! Нам ее не найти. Я же сказал, приходи. Я не так глуп, как был когда-то, Син. Я бы не решился прийти сюда один. Зачем же так? Тебе никогда не стать свободным человеком. Ты просто трофей. Голова оленя над камином. Из-за тебя и так слишком много проблем.
Пришло время положить этому конец. Убьешь меня, тебя. Как ты смеешь? Я учу тебя! Мы за тобой! Я знал, что ты лжешь. И так слишком много проблем. Пришло время положить этому конец. Убьешь меня, тебя станут искать. Представь, что начнется, если узнают, что убит единственный сын Раджита Сингха. Думаешь, они помнят тебя? Ты пропал. Монарх, который оставил свой народ. Ты ничто. Мы были добрыми друзьями. Друзьями? Ты был всего лишь игрушкой. Пленником в одеянии принца. Тебе повезло, что ты жив. Если честно, я удивлен, что тебя не убили. Элсворт. С меня хватит. Меня сюда и прислали. Давай! Я не откажусь от своей миссии. Я не допущу этого. Логинс, компания. Все хотели, чтобы ты замолчал. Убьешь ты меня или отпустишь, тебе не избежать уготовленной участи. Ты так и не узнал ничего об Индии и о нас. Убивать тебя? Этого я делать не буду. Иначе буду ничем не лучше жуткой компании, на которую ты работаешь. Ты умрешь так же, как жил Сингх. Ты навсегда останешься военным трофеем. Мы похороним тебя здесь, в Англии! Вы очень мне помогли. Я в неоплатном долгу перед вами. Рады помочь. Боюсь, действовать так же, как прежде, я не смогу. Все-таки я не ассасин. Хотя и пользовался вашей помощью. Это империя. Это земля, мой народ. Моя смерть не главная проблема. Я должен посвятить этому жизнь. Вернуть Индию, мою родную страну, на карту. Вернуть ее народу. Это долгое и утомительное предприятие, но это мой долг. Пусть даже я погибну. Конечно, ваше высочество. Но если вдруг передумаете, вы знаете, где искать. Конечно. Благодарю, ассасины. Сегодня ты выбрала свой самый острый нож. Thank you.
Миледи. Everything.
so tempting. Ну, давай. Давай! Слава богу, вы здесь. В это сложно поверить, но Джек Прыгун вернулся. Надо что-то делать, пока не случилось страшное. Да, он говорил, что прыгающий злодей еще вернется. Тут не все так просто, как казалось. Исполняющий волю дьявола на земле. Давно я брожу по улицам Лондона. Никому не скрыться от моих когтей. Призрак! Чудовище! Ночной кошмар!
исполняющий волю дьявола на земле. Но я брожу по улицам Лондона. Я призрак, чудовище, ночной кошмар. Срак! Чудовище, ночной кошмар! Благодаря вам, репутация клуба привидений взлетела до небес. Мы стали островком здравого смысла в бескрайнем океане суеверий. Но одного настоящего духа мы все же встретили. А вы уверены? То-то и оно. Можно предположить, что духи, которых мы видим, всего лишь наши страхи, которые обретают плоть. Жаль, всегда хотел увидеть призрака. Или гоблина. Предлагаю тост. За клуб и близнецов, что помогли ему, мисс Иви и мистера Джейкоба. За вас!
смотри мимо клавиш, не промахнись. Как-то мне здесь тесновато. Добрый день, миледи. Доберусь до тебя! Тебя за язык на фонари повешу, ясно? Уже устал! Отсюда я попаду! Смотрите в оба, ясно? Тот решил разрушить наше дело. Дальше придут сюда. Это все усложняет. Полную силу!
Надеюсь, было больно. Невежливо так пугать почтенных джентльменов, юноша. Не знал, что джентльмены шпионят по закоулкам. Шпионят? Сэр, уверяю вас. Не зевай! Быстро, внутрь. Чудом уцелели. Вы напугали меня, юноша. Я счел вас одним из них. Но теперь я понял ваши причины. Видимо, те же, что и у меня. Видимо. Взгляните. Весьма примечательный механизм, да? Видал получше. Обыкновенный. Чаще его называют травой дьявола. Это кладут в сироп. И опиум. Надо же. Ужасно. Просто отвратительно. Удобный способ решения проблемы, да? Надо уходить! Быстро! А другие клапаны? Подумайте сами! Отличный! Вот там! Видели его? Уши его! Это дым. Обе! Быстро! Прекрасно, юноша, прекрасно. Чарльз Дарвин, весьма рад познакомиться. Джейкоб Фрай, очень приятно. Пока вы сеяли хаос, я нашел это. Насколько я понимаю, все образцы сиропа отправляли в лечебницу Ламбета.
Когда там часы посещений? Не спешите, мистер Фрай. Там работает много людей. Не стоит привлекать ненужное внимание. Но это так скучно. Далеко не всякую проблему можно решить шумом и взрывами. Иногда не помешает и скрытность. Уже поздно. Встретимся в лечебнице и продолжим наше расследование. Мистер Оуман, признаюсь честно, вы самый скользкий тип из всех, с кем меня сталкивала судьба. Мистер Диккенс был прав. Ни погода, ни чем... Повторюсь, сэр, я не имею никакого отношения к этой статье. Это ложь, сэр. Признайте! Оставьте эту чушь при себе! Чушь? Вы называете чушью мое имя и репутацию, сэр! Мое имя! Ха! Гони, чтоб тебя, гони! Но! Это Ричард Оуэн! Презренный и недостойный человек! Да ну, обеседовали как друзья. Оуэн работает в лечебнице и знает, кто сделал сироп. За ним! За ним! Быстрее, недоумок! Быстрее! Что бы ни платил тебе Дарвин, забудь! Ты представляешь себе, что будет потом? Ничего! Меня запугать, ты теряешь время. Всегда было интересно, насколько прочен этот экипаж. Я хочу задать вам пару вопросов, сэр. Дарвин, ничего от меня не получит. Я иду! А что насчет сиропа старика? Сироп покойный? Чему ученому интересоваться панацеей? Ставлю вашу жизнь на то, что вы что-то знаете. Стой! Говорю, я ничего не знаю! Клянусь! Я не связан и никогда не был связан с теми, кто продает это лекарство. Пусть так, но вы точно знаете, кто его создал. Говорите! И
ни слова об этом не скажу. Я, между прочим, джентльмен. И... Вас ждет Темза, сэр. Так что лучше скажите. Стой! Бога ради! Не надо, я расскажу все! Доктор Эллиотсон! Джон Эллиотсон! Он создал эликсир. Тебе нужен он, не я. Умоляю, прекрати. Вот. Разве сложно? Да. Вперед! Полагаю, встреча с мистером Оуэном была плодотворной? О, да. Интересный был разговор. Выяснилось, что за сиропом спокойствия стоит Джон Эллиотсон. Доктор Эллиотсон, я уже давно не слышал этого имени. Блестящий специалист по болезням сердца, но затем стал одержим френологией и месмеризмом. Карьера пошла под откос. Ну, что будем делать? Извините, мистер Дарвин, но лучше мне действовать в одиночку. Задумайтесь, мы же не хотим привлекать ненужное внимание. Что ж, весьма разумно. Удачи вам! Да, мистер Фрай, если у вас будет свободное время, прошу, найдите меня. И где мне искать доктора? Как вы только что видели, слишком большое давление порой приводит к неожиданным последствиям. К несчастью, я уничтожил этот орган. Живо, труп сюда. Да, доктор Эллиотсон. Плевать мне на вашу этику. И уж точно плевать на ваших пациентов. Отдавай ключи.
вы делаете? Не слышала? Ты уволена. Проваливай. И что теперь? Есть там В чем дело? Помогите! Мне срочно нужно поговорить с мисс Найтингейл. Один из тех мерзавцев забрал мой ключ. Мне отсюда не выйти. Ваш ключ? Никуда не уходите. Я что-нибудь придумаю. О, благодарю вас. Спасибо. Лучше найти другую работу. У нас будут проблемы. Какого черта происходит? Ваше присутствие в Лондоне не осталось.
конец близок. Но я думаю о новом начале. Лучшее завтра, построенное на крови мечтателей. Я сейчас вижу лишь кровь безумца. Вы правда верите, что, убив старика, остановите великого творца? У Кроуфорда Старика есть гениальнейший замысел. Всякий замысел можно расстроить. Вы, дитя, считаете, что сможете решить все проблемы мира одним взмахом клинка? Вы хоть раз думали о последствиях своих действий, Джейкоб Фрай? Или уроки отца прошли для вас даром? Черт возьми! Элиотсон мертв, а сироп спокойствия снят с производства. Возмутительно. Фрай желает весь Лондон отдать на растерзание толпе. Возможно, он ничего не желает. Просто ему нравится Спасибо. Играть нашими судьбами. Лечебница закрыта. В городе сумятица. Часто врачей не найти. Он попросту не сознает всех последствий своих поступков. Полагаю, он анархист. Господа. Этот чай был доставлен из Индии морем. Его привезли на фабрику, расфасовали, затем отправили сюда. Распаковали в кладовке и, наконец, подали мне. Все эти люди работают на меня. Они обязаны мне, Кроуфорду Старику. Я дал им работу, дал им досуг и образ жизни. А потом им на смену придут их дети. А вас интересует этот Джейкоб Фрай. Это безмозглое ничтожество, именующее себя ассасином. Вы оскорбляете город, который трудится день и ночь, чтобы мы могли пить это. Это чудо, это чай. Мои поиски почти завершены. И я уверена, что скоро мы избавим наш любимый город от этого беспокойного глупца. А что насчет его сестры, мисс Фрай? Ей тоже недолго осталось жить. Обещаю. Роскошно. Простите, что отвлекаю. Хотела сказать, что Шон и Ребекка сбежали от отца Берга. Берг возглавляет группу Сигма. Вайолет да Коста – его техподдержка. Они уже очень давно охотятся за ассасинами. Рада тебя видеть. А, да подумаешь. Какой-то там тамплиерский супербоец не сможет положить конец славе Шона Гастингса.
Я обращалась к Ребекке. Так, ладно. Берг здесь. Теперь все ясно. Частица Эдема тут, в Лондоне. По данным посвященного, это плащаница. Внезапно она стала безумно нужна тамплиерам. Кажется, мы чего-то не знаем. Я знаю только одно. С группой Сигма мы сами не справимся. Я разберусь. А пока что затаитесь. Пусть посвященный продолжит добывать данные. Мало ему железной дороги. Теперь старик и амнибусы к рукам прибрал. Видно, хочет контролировать, куда ездят рабочие. Совсем их к ногтю прижать. Перл Этуэй вроде как его конкурент. Видно, пора и мне открыть свое дело. А вы, мисс Фрей, что будете делать? Я изучила записи из тайной комнаты в особняке Кенуэ. Отправлюсь к одному монументу.